Актуальні питання, чіткі відповіді. Спитай у політика про те, що хвилює. Когда будет пенсия такая, чтобы можно было нормально прожить и помочь, если надо, внукам и помочь кому-то знакомым, которые очень нуждаются. Ну, в общем, чтобы можно было нормально жить. Вопрос, насколько прост, настолько и сложен. На самом деле, как в мире сегодня, и какой есть подход к пенсионному фонду, вообще к пенсии? Пенсия в цивилизованных странах – это всегда 50% от средней заработной платы в стране. На сегодняшний день в Днепропетровской области средняя заработная плата 9 тысяч. Значит, пенсия должна примерно равняться 4,5 тысячам, но не меньше 400. Для этого нужно весь бизнес вывести из тени. То есть для этого все предприятия должны иметь возможность работать в белую, разогнать все правоохранительно контролирующие органы в области экономики. Тогда с белой зарплаты каждый пенсионер получит достойную пенсию. Я думаю, после смены такой авантюрной, к сожалению, даже аферистической власти, в течение 2-3 лет можно навести порядок. Борис Викторович, скажите, пожалуйста, когда будут государственные программы для поддержки СМД? Потому что у нас в Украине их практически никаких нет. Мы изучили весь опыт, особенно восточноевропейских стран, которые показывают, что полная модернизация панельного жилого фонда – это единственная панацея от всех болезней. Потому что все, что построено 50, 60, 40 лет назад, уже по большому счету непригодно для жилья. Поэтому просто ОСМД создать и бросить людей на произвол судьбы – это, ну, непозволительное отношение. Нет заботы реальной ни местных советов, ни государства, а жителях многоэтажных домов, о жителях квартир, соответственно, есть две простых составляющих. Есть помощь муниципалитета по внешним сетям, есть государственное беспроцентное ссуда на энергозащиту. Вот эти две программы мы обязательно внедрим. И дело не в выборах. Их все равно нужно внедрять. Мы не можем бросить просто людей, в которых у нас в панельном домостроении на сегодняшний день проживают во многих городах до 70% жителей. Поэтому государство дает беспроцентную ссуду, местные советы ремонтируют внешние сети. Вот самый простой выход из этой ситуации. Я хотел бы спросить, чтобы не было повышения цен на коммунальные услуги. Вот это вот. И все. Это невозможно, чтобы не было повышения цен. Как бы не хотелось ответить положительно. Нужно думать о доходах. Нужно думать о том, о чем мы сегодня говорили. О том, что половина экономики в тени, значит, вы получаете только половину законной пенсии. Удвоится пенсия, значит, снизятся ваши затраты. Плюс энергосбережение. Государство обязано, просто обязано вместе с местными советами привести в порядок панельное домостроение. То есть у вас здесь снизятся затраты путем обеления бизнеса и повышения поступления в бюджет, соответственно, у вас вырастет пенсия вдвое. Когда закончится бардак в медицине? Если мы переходим к европейской модели, значит, пропишите это в Конституции, установите это в медицинских учреждениях, чтобы я, допустим, как больной мог знать, сколько стоит оказанная мне услуга. Абсолютно справедливый вопрос. И мы уже прописали в нашем проекте Конституции, как будет работать медицинская, как будет работать медицина, в частности, медицинская страховка. И каждый пациент в больнице будет знать, сколько ему обошлась та или иная медицинская услуга, и вправе будет выбрать. На самом деле вопрос не такой простой. И тот путь, которым идет госпожа Супрун, это путь в никуда. Это путь, по большому счету, пускай это будет звучать немножко, как говорится, цинично, но то, куда идет министр здравоохранения, это путь в могилу. Мировая медицина, самая современная, построена очень по принципу простого треугольника. Первое – это пациенты,
Второе – это больница или госпиталь. И третье – это финансовый центр, который за все это рассчитывается. Как он наполняется? Если человек работает, значит, у нас переходная модель, мы предлагаем, и наши консультанты, очень простую. За 5 лет с работающего человека на работодателя полностью передать медицинскую страховку и включить это в социальный пакет при оформлении на работе. Человек всегда будет идти в больницу, а страховая компания всегда будет платить за лечение. Тогда будет конкуренция. Борис Викторович, почему такой проезд дорогой? Пенсионеры уже не знают, что делать. Бывает, подъезжает автобус, глядь, пенсионер стоит, и мимо проезжает, даже не останавливается. Государство за 25 лет понараздавало льгот. В Советском Союзе не было бесплатного проезда ни для кого. Кроме, я не беру там героев Советского Союза, кавалера орденов славы полных. На самом деле монетизация льгот – главное слово монета. Значит, у нас на сегодняшний день 13 миллионов пенсионеров. Если каждый будет получать 150 гривен на общественный транспорт в месяц, это будет 20 миллиардов в год. Это копейки для бюджета, половина из которого находится в тени. Только выплаты пенсионеров транспортной, так называемой, пенсии – дополнение к основной, можно решить эту проблему. А водителя тоже можно понять. Ему нужно покупать бензин, ему нужен горючий смазочный материал, нужно покупать запчасти, нужно платить зарплату, налоги. Поэтому бесплатных поездок не бывает. Но раз мы приняли такую льготу, значит, мы должны оплатить ее монетой. Борис Викторович, скажите, пожалуйста, какие программы для трудоустройства молодежи у вас есть? У нас есть программы не только для трудоустройства молодежи, а полностью от рождения до первого рабочего места. Если, как я понял, вам 17 лет, то прежде всего я рекомендовал бы получить хорошую квалификацию. Сельское хозяйство, пищевая промышленность и общественное питание – это вечные профессии. Поэтому чем выше ваша квалификация, тем легче вам будет трудоустроиться. Без квалификации, к сожалению, еще никто хорошую работу не получил. Что касается первого рабочего места, у нас есть простая программа, чтобы работодатель до 27 лет не платил за своего юного сотрудника никакие социальные взносы, соответственно, молодой специалист не платил до 27 лет подоходный налог. У нас же все работодатели сегодня хотят молодых, но опытных. Такие бывают только в модельном бизнесе. Возможности которого не безграничны. Если говорить серьезно, получайте квалификацию, а мы будем защищать право на ваше первое рабочее место.